Успех работы пожарных во многом зависит от исправности источников водоснабжения. Всего в Чувашии более 11 тысяч подобных источников. Во время осеннего рейда сотрудники главного управления МЧС и предприятия «Водоканал» проверяли исправность гидрантов на территории столицы республики. Сейчас в Чебоксарах всего более 3000 источников водоснабжения. Во время рейда проверили почти 2000. Из них 168 неисправны. Два гидранта у одного из корпусов педуниверситета оказались нерабочими. Были составлены акты. Если нарушения не устранят, то организация оштрафует. По словам специалистов, цистерны хватает в среднем на 5 минут работы пожарных. Поэтому во время чрезвычайной ситуации брандмейстеры в первую очередь устанавливают машины на подобные гидранты.